В Нью-Йорке прошел необычный конкурс. 10 моделей продемонстрировали строгим судьям свадебные платья. Авторы создали их с обычной туалетной бумаги. Выбрать победителя было сложно, однако главный приз достался Сьюзан Бреннан из штата Мичиган. Она увезла домой денежную награду в 10 тысяч долларов. Второе место и 5 тысяч долларов достались участнице из Теннесси. На создание ее платья ушло 28 рулонов бумаги, но оно все же было очень легким. Третье место и 2 500 у Эмбер Миллс из Техаса. Она создала винтажный наряд из бумаги, произведенной в 70-х годах. Основательницы конкурса рассказали, что задумали его как фотосостязание с главным призом всего в 500 долларов. С тех пор размер вознаграждений значительно вырос. Те, кому не удалось в этом году занять призовые места, получат огромный запас туалетной бумаги.